Що ж, дорогі друзі, я на диванчику залишився один, а це значить, що зараз за сусіднім столиком в нашій студії ми розширяємо з кожним днем. Імпровізований вже майстер-клас зараз буде від Ольги Матвієвої, майстрині, яка завітала до нашої студії. Вітаємо вас. Дякую, що завітали. Отож, хочеться представити, по-перше, ваші роботи нашим телеглядачам, тому що це дійсно щось вражаюче, ніби хтось працював дуже великий дизайнер відомих марок, але дійсно це дуже гарні прикраси. Хочеться дізнатися, з чого вони зроблені і яким чином, якою технікою. Ну, здесь в основному кристали Сваровський, хрусталь і жемчуг, це те, що я більше всього люблю, бісер. Бісер теж от різної фактури є. Тут навіть вплетені бусини, які світяться ночі. Накаплюють. Тобто є такі бусинки, які... Да, да. І потім, коли в темноті, допустимо, у тебе на руці украшення, ти попадаєш в темне приміщення, то видно. Чоловік треба добре в темноті шукати. Марка свого роду. Хотілося б ще узнати у вас, як ви придумуєте дизайни цих украшень взагалі? И вам приходит что-то в голову, или вы находите уже что-то похожее и делаете? Ну, техники, как бы, я наработала с интернета, конечно, много чего. Но, конечно, потом включается фантазия, которая не дает спать. Да. Потому что потом схватываешься уже час-два ночи, а остановиться не можешь, хочется доделать и посмотреть, увидеть результат, полюбоваться, получить удовольствие. И я смотрю, просто удивительные браслеты, колье. Сколько примерно уходит времени на изготовление одного украшения? Ну, зависит от сложности, зависит от размера бусин. Конечно, более крупные бусины быстрее получаются в изделии. Те, которые помельче, с ними, естественно, более кропотливая работа. Бывает такое, что сделал недоволен, переделал, распустил. Поэтому сложно говорить конкретно. Ну, вот, допустим, вот этот браслет, у меня на него ушел целый день. То есть, вот, допустим, если не вставать вообще, то можно с утра и до вечера просидеть. Боже, поскольку здесь сложная работа в том плане, что делается сетка бисерная сначала, как основание, а потом уже нанизывается на эту сетку узор из хрусталя. І в итоге получается... То есть украшение в украшении. Да, ну как бы более сложно. Хотілося б запитати, знаєте, ви як майстриня, яка може зробити такі чудеса, чи часто піддаєтеся під тиск своїх друзів, знайомих, щось зроби мені щось там таке цікаве, красиве під якийсь новий одяг? Ви знаєте, ну це нормально, тому що ну, я теж жінка, і коли я бачу якийсь наряд, то невольно вирисовується в голові, чим би я цей наряд преобразила. Тут уже нікуди не денешся. И естественно, что любая женщина, которая хочет хорошо выглядеть в наше время, естественно, она приобретает какой-то наряд, ну, хочется изюминки какой-то добавить. Такой вот эта изюминка, она у меня тоже, понимаете, мне желательно увидеть человека и его наряд. Тогда уже вырисовывается в голове, какая-то фантазия срабатывает. Потому что просто штамповать это неинтересно. А вот интересно, у меня, в принципе, изделия практически не повторяются. Потому что я уже и когда сделала, я уже видела экструзив. Результат. Да, мне хочется уже что-то следующее делать. По крайней мере, цветовую гамму какую-то другую изменить, хотя техника, допустим, сохраняется. У нас на столе уже есть небольшие заготовочки. Хотелось бы знать, что мы сегодня будем делать, какую красоту будем изготовлять. Ну, красоту, вот я могу предложить наиболее подходящее по времени изделие. Можно сделать вот такой кулончик из жемчуга и с кристаллом Монти называется в центре. Ну, здесь, в принципе, довольно быстро и просто оно делается, поэтому я предпочла его выбрать в качестве образца. Вот еще вот немножко в хрустале он есть. Такая же техника, такая же модель. Так, ось зараз нам нашим телеглядачам покажуть. Так, потрібно, будь ласка, декілька секунд, щоб телеглядачі змогли побачити ось цю красу. Дійсно красу. Отож, я думаю, не будемо втрачати часу, давайте розпочнемо. Що нам для того понадобиться? Які у нас перші шаги? Значить, нам понадобиться 4 жемчужини розміру десяточка. Ось вони. Являється її розмір. Ну так, в даному випадку в украшеннях важно розміри, мало того, бусини бувають різні по формі. І, звісно, раз вони різні по формі, вони по-разному ложаться в украшеннях. Звісно, що вже там підстраюєшся і під розмір, і під форму, щоб воно гармонічно смотрелось. Іначе сляпати, лише би що, звісно, не хочеться. Хочеться, щоб украшення имело вид і було носибельним, як я говорю. Це дійсно шедеври. Жемчужинки 4 мм розміром. Их 8 штук понадобится, такие. Да, мелкие.
Вот, вот Монти бусина называется. Это кристалл в металлическом обрамлении, который с обратной стороны имеет отверстие, через него используется плетение. И нам понадобится бисер. Вот в данном случае у меня под натуральное серебро цвет. Ну, что, опять же, чтобы гармонично смотрелось. Это вот конкретно будет вот такое украшение у нас. И будет вот такая одна бусина в виде капли использоваться. Це в самому низу, так? Да, в самому бачимо. Низу подвесочка вот такая. Вот, вот такая бусинка. Вот. Так, отож бачимо, повне обмундирування є для того, щоб створити цю прикрасу. Ми беремо іголочку. Іголочка бісерна і бісерна леска використовується. Набираємо бусини, вот эти десяточку, в чередовании с бусинами 4 мм через одну. Поки що все здається легко. Так, до речі, дорогі друзі, якщо... Це дійсно несложна техніка. Якщо щось забудете, то, звичайно, ви пам'ятаєте, що можете побачити повтор нашого відео на каналі в Ютубі. Отож, навчайтеся. Щось додивитися, продивитися. Так, створюйте таку красу власними руками для того, щоб не витрачати зайві кошти. Причому, звісно, що можна зробити під будь-який наряд, будь-якого цвіту, бусини використовувати. Тобто все залежить теж від того, що ви хочете. Який і від фантазії. Под какую одежду хочется сделать украшение? Под какой наряд? Так, ось бачимо, ми нанизали. Я нанизала, да, теперь я завязываю узелок, зафиксирую. Кольцо так называемое. Вот, лисочку. И начинаем дальше плетение. Так, давайте покажем нашим глядачам просто результат. Вот получился вот такое, такое колечко, как основа. Видно. Основа вже гарна. Так, до речі, коли ми їх підв'язали, вони самі встали так, в ті місця, де їм потрібно. Да, да, да. Дальше ми продіваємо іголочку через маленькую, большую і опять маленькую бусину. Что интересно, что действительно иголка проходит через каждую дырочку. Ну, потому что это бисерные иглы, они специальные, тоненькие, видите, так достаточно эластичные. Дальше мы набираем три маленьких жемчужинки. Так, бачимо цей процес. И как бы в обратную сторону, в противоположную, продеваем их через маленькую бусину, из которой мы вышли. Делаем тоже вот такое вот еще одно колечко. Колечко, только из мелких жемчужинок. Дальше проходим опять через большую и маленькую бусину. Тож бачимо, дорогі друзі, головне вміти технічно це все виконувати, а потім фантазія вже і опять же набираємо три жемчужинки маленькі. І знову продовжується колечко. Да, і вони знову ложаться в маленьке колечко. Ну, это получается вот такое обрамление. И так вот дальше по кругу. А, кстати, технику изучали долго или как бы легко это все дается? Вы знаете, конечно, поначалу это все, пока руки станут на место, пока бусины лягут красиво, потому что начинаешь учиться, естественно, что где-то что-то некрасиво получается. Ну, для пробы потом, ну, короче, естественно, что это все дело опыта своего рода. И не могу сказать, что я долго училась этому, но для того, чтобы получалось красиво, конечно, нужно накопить, да, нужна практика. Вот, и последние жемчужинки. И у нас получается в каждом уголке. Да, вот это вот обрамление. Вот получается вот такое маленькое. Ну, окрім обрамлення, сам виріб буде більш міцним, тому що ми пройшли декілька разів. Вот, вот так. Видите, это основа. Дальше нужно для большей прочности обойти по контуру леской с иголочкой все бусины, маленькие и большие, чтобы все-таки ромб получился достаточно прочным, не переваливались одна бусина к другой.
Отож, дорогі друзі, ми продовжуємо створювати прикраси. У нас в гостях майстриня Ольга Матвієва. І ми продовжуємо створювати. Нагадую, поки наша для тих, майстриня продовжує, я тут приміряю Вітю на себе. Все потрошку, все подобається, хочеться подивитися, як живемо. Як сорока, все, що блистить, усе вона на себе міряє. То що ми тепер робимо? Ми вшиваємо, як я бачу, маленьким бісером. Так, тепер ми набираємо під срібло, то й що було, так? Бісер під срібло. Продеваем через монти нашу вот эту вот бусинку и перекрещиваем вот в эти маленькие угловые жемчужинки. Чтобы было пустоты, так? Да, ну как бы обрамляем саму эту бусину монти, ну как бы подчеркиваем ее яркость, ее нахождение в центре. Вот, получаются такие у нас линии из бисера. Угу. И выходит небо средневечно прекрасно, потому что такие... Да, что-то есть куточки. Такое, да. Ну, як воно все-таки під метал, так під метал, тому таке так, да, виглядає. Так, да, да. Ну, как-то вот я люблю бисер именно такой. Под золото есть, есть под серебро, и они, эти бисерины, они как бы, конечно же, украшают. До речі, хотілося б запитати, ось ми бачимо різноманітні є прикраси, так? В середньому собівартість. А Вітя все питає, скільки воно коштує? Ну, ви знаєте, треба складати кожне украшення віддільно, тому що в нього входить і стоїмость бусин, які теж всі стоять по-разному. Звісно, що хрусталь має одну ціну, жемчуг – другу. І, звісно, що треба це все індивідуально підсчитувати. Я не можу конкретно. Ну, стоимость бусин обычно определяет стоимость изделия, то есть где-то 50% от стоимости бусин я беру за работу. Теперь мы продеваем. Теперь мы набрали капельку. 4 бусинки, набрали капельку, набрали еще одну бисеринку. Она у нас будет как бы фиксирующей, вот как здесь. И огибая эту единственную бисеринку, мы продеваем. Опять через капельку иголочку. Повертаемость, так. И... Возвращаемся, да. Подтягиваем. А через маленький такой будем его продевать? Вот, вот, все. Так, значит, у нас уже часть этой капельки подвисла. Теперь мы вторую сторону этой капельки формируем. 2-4 бисеринки набираем. И на перекрест, опять же, вот этой маленькой нижней жемчужинки. Такой же съедаемо. Да. Да, да, да. Там у нас кусочек лески остался от начала. Вот уже, видите, изделие уже видно. Видите? Получается достаточно очертания видно хорошо. Дальше мы возвращаем нашу леску с иголкой в верхнюю часть украшения, чтобы сделать уже фиксирующую петлю, да, на которой будет висеть. Что мне подобається висеть? Це те, що немає ніяких висячих ниток, немає. Все проходить через бісер і все скрито майже без швів. Ну да, і для этого і леска используется. Леска, во-первых, фиксирует хорошо, во-вторых, она не видна. Она прозрачная. И выводим вот в правую жемчужинку маленькую иголочку. И опять набираем. Набираем. Набираем бисер. Раз, 10 штучек. 2, 3, 4. Немало. 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Не подобається, як професійно наша майстриня набирається, так? Один, я, мабуть, тикала і тикала. І, опять же, проводимо уже через ліву жемчужину. Ділимо, от, видите, петелечка уже сформувалась. Проводимо через... между большими бусинами маленькую жемчужину. И делаем еще как бы круг через жемчуг и бисер. Это делается и для прочности, и еще момент покажу такое вот оформление, вот острия вот этой верхушечки. Мне нравится такое. Значит, мы проводим иголочку через 5 бисерин. Доходим до верху, так? Доходим до верха, да. До центра верха. Одеваем еще одну бисеринку. И фиксуем ее. И снова через 5... Видите, так же по профессийному. Так, я уже добрюсь, что можно делать. Савицку теперь буду прикрашивать. Бисерин левых. Вот. Вот получился у нас
такой уголочек. Вот. Ну и фиксировать дальше можно. Если тут выскочила леска из обивки. Так, отож, дорогі друзі, я думаю, що Інуську тепер будемо прикрашати усіма можливими. Дивіться, я люблю тебе на слові, щоб на наступний ефір у мене була нова прикраса. Так, добре, я тоді чекаю від тебе нового метелика. Домовилися, Нічо. Мах на мах, домовилися. Давай, домовилися, все. Чекайте, дорогі друзі, ми будемо в ефірі, побачите. Ми обов'язково проговоримо цей момент. Ну, от і вийшлося наш полончик. Угу. Я бачу, ми його фіксуємо звичайним бусинком. Так, так, так. Можна і далі я протягиваю, обычно, через бусинки, тому що желательно спрятати цей узелок, щоб він не був виден. Мені цікаво, чи не розв'яжеться воно. Ні, воно не розв'яжеться. Ви знаєте, я ще для пущей прочності ці узелки підклеюю безцвітним звичайним лаком для ногтей. Тобто можна капельку туди поставити, його не видно, але він склеює леску і леска держиться прекрасно. Також і з цієї сторони можна протянуть потом, ну и я уже сейчас не буду эти детали. Можно еще для того, чтобы висело красиво, красиво висел кулон, можно взять колечко. Детали. Да, ну мелочи, из которых формируются. Так, бачимо. Украшения. Вот у нас колечко обычное, металлическое, бижутерное. И мы его цепляем к вот этой петелечке. Угу. И зажимаем. Плотненько. Все. И можно одевать на леску, на тесьму. Сейчас немножечко надо обжать, тут надо больше. Не подумайте, как наше масение все робить чітко, швидко. И вот получается вот такой кулончик. То есть, ну сколько? Ось таку красу. На так, украшение. Спілкуючись паралельно, не втрачаючи зайвого часу, і бачите, легко, якщо не встигаєте, можна десь біжати на якусь зустріч, 15 хвилин і вже з прикрасою. Вже нова прикраса. Легко, падли бонюля. Тож ми дякуємо нашій гості за те, що прийшла, навчила нас робити прикраси. Я сподіваюся, що Вітя запам'ятав усе, як робила наша гостя. Зроблю 100%, добре. Как ни странно, да, ви знаєте, мужчина даже сейчас в другой раз интересуется, мои вот украшения, так, обращають на себе внимание. Все, тоді я долучаюся до когорти тих чоловіків, які роблять прикраси. Ну що ж, дорогі друзі, дякуємо вам, дякуємо нашій гості за те, що завітали сьогодні до нашої студії.